Привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие! Есть шанс сказать? Привет, привет! Друзья, сегодня у нас некий челлендж, ну и, конечно, развивашка. Мы будем снимать игру на вкусовые ощущения. Игра будет называться «Фруктовый коктейль». У нас подготовлен банан, груша, яблоко и несколько соков. Один из них поверни, покажи всем. Покажи, это какой сок? Пятый. А с чем он? С грушей, с персиком, с чем? С яблоком, с персиком, это с грушей. А это какой сок? Поверни, так не видно. Четвертый, это четвертый. Давай попробуем так, пятый. Этот у нас с грушей, четвертый попробуем сок. Вот этот попробуем. Давай четвертый сок с яблоком. Вот этот и попробуем. Пятый с яблоком и персиком. Денечка, сейчас у нас будет некий челлендж с тобой. Мы сейчас тебе закроем глазки или завяжем. Ты будешь пробовать соки и называть, какой вкус. А также будешь пробовать отдельно бананчик, вот грушу и яблоко. Вот попёс пятый. Конечно. Ну что, поехали? Поехали. Давай. Так, сначала покажем нашим зрителям. Так. Сейчас Дениска будет угадывать. Дени, давай, пробуй. Какой сок я тебе даю? Давай, ротик открывай. Какой это сок? Не может. Четвертый. А с чем? А теперь пятый, мам. Не, а с какой, а какой вкус? Фрукт? Четвертый, а какой фрукт? Яблоко. Яблоко, правильно. Теперь мы закрылись, мам. Закрылись? Показывай, мам. Какой это у нас? Ну-ка, распробуй хорошенечко. Если это не яблоко, то что это может быть? Деня, так нельзя подглядывать. Груша! Ну, груш, посмотрел на картинку, да? Я не посмотрел. 1-1, день. Второй сок ты не угадал. Ты посмотрел. Все, давай, третий остался. Айон, давай, закрывай глаз. Пятый, конечно. Ну, в принципе, сейчас не сложно будет, потому что это третий из трех. Да, давай, день. Не подсматривай. Не подглядывай, закрой глазки. Так. Что это? Не подглядывать. Какой это сок? Не, вернитесь. Пятый. Ну, цифру ты угадала, а какой вкус-то там? Цифру угадал. А вкус какой? Вкусный. Вкусный вкус. Ну, что там? Какие фрукты? В пятом соке какие фрукты? Яблоко. И? Персик. Яблоко и персик, молодец. Давайте еще раз покажем, действительно это пятый сок. Цифра 5, яблоко и персик. Ну что, День, а сейчас будем пробовать с тобой фруктики. Соки мы с тобой попробовали, ты 2 из 3 угадал. Ты молодец. Ну что, закрывай глазки, сейчас мама тебе будет давать фруктики на пробу. Закрывай, закрывай, не подглядывай. Так. Банан. Молодец. Банан. Ну давай еще закрывай, сейчас следующий будет. Так, что это было? Груша! Умница! Ну, в принципе, тогда на пробу последний, я думаю, это будет не проблема. Так, что это? Яблоко! Молодец, Денечка! Итого получается, из 6 загаданных тебе вкусов, ты 5 угадал. Единственное, что не угадал, это сок со вкусом груши. Так что тебя можно поздравить, у тебя неплохо развито вкусовое ощущение. Будем еще в такую игру играть? Да. Ну, замечательно. Друзья, ну а мы с вами недолго прощаемся. С вами был семейный канал. Ставьте пальчики вверх. Как пальчики вверх? Ну да. Да. Подписывайтесь на нас, оставляйте полезные комментарии. Впереди еще много всего интересного, полезного, развивающего. До новых встреч. Пока-пока. Пока. И что еще? Поцелуй. И кеш с точкой, да, пойдут тоже целовать? А сам?